Пойдем наверх. Мы находимся в городе Екатеринбурге, возле храма на крови.
сегодня в 6:30 музыкальный вот. И мы проехали по центральному району. Но у меня сейчас остались подарочные, ну, на табось. Это полное толкование нового завета «Месяц откровения». И там 240 страниц. Второе. Значит, как бы автобиографично, для слова Божьего не то. Я за слово Божье буду интересирован. Я взяла в Агулах. И вот это вот, что автобиография есть, это я тогда направлю на всю страну. Меня посадили. Почему я не могу без слез на это смотреть? Это моя жизнь с ними вместе прошла. И две симфонии, это на «Жития Земли», это 12 томов, и на неканонические книги, которые все там. Наши сейчас пока в таких библиотеках. Там это не то, что сегодня боятся экстремистские или что-то. Это книги сугубо православные. Там абсолютно все построено на слове Божьем, на святых отцах, на канонах Вселенской Церкви. Я миссионер, и мне Господь позволил эту работу выполнять 50 лет. Вот можно слышать, есть такой магистр богословия Фат Геннадий. Вот откровение вышло по благословению патриарха Кирилла распространенно. Он в моем доме обратился из меланитов. А вот был убит Кришнаитов, голову отрезали в меланитов. Я говорю, это тоже в моем доме обратился. То есть эти люди пришли от баптистов, пятидесятников, адвентистов, а это в моем доме, они стали православными. И вот все это в книге описано. До слова Божьего не то, это все второе издание. И я имею желание подарить для вас. Спасибо, Господи. Да, вот хотелось сказать об этом Новый Завет. Новый Завет – это толкование Блаженного Филарха. Оно выходило до послания Еврея. На этом заканчивал. А полностью весь Новый Завет он никогда не выходил. Мы впервые его издали. Откровение – это толкование всех святых отцов, начиная с первого века. И выставлены все уже учения сегодняшних сектантов. Как это опровергать нужно? Что мы знаем вообще в учении? Ну и симфония на «Жития святых» — это тоже в первые по 12 томам, по одному слову, как легко найти для проповедника, как вообще не понимаем. А одно слово, как же шел, какого числа, какой святой. Но на сайте, вот это наш единственный сайт, на нем 50 книг мы насчитаны. Здесь Библия насчитана, аудио. Архипелаг ГУЛАГ, 12 томов Златоуста мы насчитаны. 12 томов «Жития святых», 5 томов Добротомина, 4 книги Григория Дьяченко. Игнатий Брещанинов, Ефрем Сирин, Иоанн Кронштадтский. Это все на нашем сайте. Здорово, посмотрим обязательно. Вот. Я хочу пригласить вас, у нас сейчас будет встреча, я хочу познакомить вас. Александр Иванович. Я плохого вас слышу, но ничего. Александр Иванович Богатырев, это доцент университета. Как будто знакомый. Историк. Да. Как раз я преподавал в разных университетах здесь. Вел три радиопрограммы регулярно, за рубежом выступал, потом мне накопилось много вопросов. Вот эти книги, это вопрос-ответ, это политика, экономика, социология, это как энциклопедия. Как выйти из этого положения сегодня? Я начальник детского лагеря, организатор. Без помощи государства тысячи детей подняли, 40 лет у нас. Вот. У нас погублено в стране 17 тысяч семей. Мы взяли землю, конкретно получили статус, поселиться можно делать. Но жопу, не пьет, не курит, не делится, не ворует. Это новое, единственное население в России. То, о чем сегодня много говорил Солженицын и другие, мы конкретно показали. Но все начинается с храма, с молитвы. У нас дети в детский лагерь встают в 5 утра. Каждое утреннее правило исполняется. Там колокола. Это надо увидеть все в книгах и в аудио. Вот она снята в фильме. Три государственных фильма. Один фильм «Златоуст потеряет», это мое прозвище, деревня Потеряевка. Она взяла первое место в России. А при Чусе взял главный приз. Золотой Витязь Югославии, на международном кинокомплексе. Это как раз все снято. Это все здесь онлайн можно посмотреть. Здорово. Ну, другой просто нету. И не было никогда цели в России, как людей привести в любую. Подарить? Вот здесь еще. А это то, о чем я вам сказал, вот посмотрите. Нет, вот боковую дверь. Вот, посмотрите, пожалуйста. Это Палкин, Игнатий, Игнатий. Реабилитированная дается такая. Там что? Нет, ну я читала. Нет, я должен, потому что вы при должности, а я с улицы. А что, посмотрите, пожалуйста. Да, все, мы верим, что жертва политическая. Вот сегодня, можно сейчас в конференц-зал пойти, вот буквально через 10 минут Александр Иванович и Евгений Николаевич будет. Тема «Россия в эпоху правления».
рождения императора Николая II. Мы понимаем, мы уже буквально через несколько минут даже выехали. Так что? Да, мы проехали до Байкала, сейчас еще в нижнем крае проехали, сейчас отсюда. И во всех центральных библиотеках я дарю книги. Мы в прошлом году только на 90 тысяч подарили. Каждая поездка это 250 тысяч. А ничего не писать? Это университет, который я занял. Барнаульский? Барнаульский. У меня там на кафедре византинистики друзья работают. А кто? Я забыл, потому что давно не встречались. Ученики Сюзюмова Михаила Яковлевича. А эти наши люди рядом с Артемовым совсем. Да, рядышка решает нас сегодня. Хорошо. Так, сейчас они принесут. Сейчас, секундочку. Сережа, выйди на встречу, может помочь надо. Они от машины должны нести книги. У нас как раз в Тобольском заканчивается все. В каждой библиотеке моя 38 книг. Сегодня людям именно нужно открыть глаза. Они не понимают, что совершенно со страной. Что совершается сегодня. Вот ведущий радио православия Евгений Валерьевич Гневлевич. Говорите погромче немножко. Плохо слышно. Чуть-чуть погромче. А мы на сайт выйдем и напрямую спишемся там. Это ведущий православного радио. Когда зайдете, зайдете вот на форум. И здесь, надо сказать, вверху написано православный форум Игнатия Лапкина. Вы не придете сразу на форум. Там 1300 тем. Понятно. Там любая тема, и там 530 роликов только о нас, которые снимались. 3000 фотографий. Не просто слова. Сегодня много говорят об этом, а конкретно как поступить. А вот был такой писатель Быков, он сейчас есть. Василий. Дмитрий. Нет, Дмитрий Вольфович. А, понятно. Он у нас там был Потеряевки. Написал Александр Исаевич, приезжайте в Потеряевку. Вы старайтесь обустроить Россию. Ее уже обустроили. Ровно настолько заслужили. По вашим лекалам, конечно, мы не по нему, устроили по Евангелию. Без молитвы, без Слова Божия все напрасно. Даже если мы что-то не успеем, оно все рассыпется. Так вы дальше туда отправляетесь? Мы, а дальше наши будут на Тюмень и на Тобольск. Это последнее, оттуда же прямо домой. Мы же едем, где останавливаемся, в высоколосе где-то ночевать, надо с собой собаку, чтобы проснуться перед смертью. Вот, знаете, перед нами писали, говорит, ехали, напали товарищи, троих мужиков убили, одного там утопили, другого. Гривенский. Санкт-Петербурга приехали у нас в Горный Алтай отдыхать. А пацан взял ружье, 14 лет. Запрещал, он из палатки вылез, он сразу застрелили. А двое ребятишек ее застрелили. А ребятишек камнями добили, у них из полосов как. А что, Руслан, он в этом году освобождается. Сейчас принесу. Эти книги мы подарили патриарху Кириллу, Путину и Медведеву. И я телевизор не смотрю, кто смотрел, показали, где библиотеки стоят. Просто эти книги, просто аналоги не имеют, что их сравнивать не с чем, хорошие или плохие, но они единственные. Новый Завет, полное толкование православных святых отцов от Матфея до Откровения. Вместе, три тома. Каждый том 750 страниц. Там работа громаднейшая, проделана была. А вы с Саровским центром взаимодействуете? С кем? С Сарова. Нет. Нет? Сейчас 4 часа. Нет. Брат ездит каждый год. Дверь. Сейчас надо посмотреть. Очень много поставили. Да. А сейчас можно? Так. Где? Вы имеете свое? Конечно. Я напишу вам. Найдемся. Вы подтвердите. Мы произносим Иван, но он 148 тысяч. А Игнатий Лапкин один. И вы на меня выйдете, я 10 октября уже буду в Барнауле. И мы, скажите, там повстречались. Да, я сильно хотел. Молодя просишка там, ушли оттуда, мы подождали. Ну я ехал как раз по работе. А вы из Аршановского, да? Да, с моей работы здесь уже делают. Мне хочется на Ганину яму съездить. Сейчас едем? Сейчас едем, да. Мы потом сразу едем. Я сейчас покажу вам литературу, когда вы едете всю литературу. 20-й том – это мои привальные беседы с Александром Мельником. Знаете, конечно. Этого нигде нет. Почему? Потому что в аудио это стоит, а это теперь в Word. Потому что его нет уже, возобновить это нельзя. Там большие вопросы понимают. И об этом сейчас в интернете говорят два как бы разных человека. То есть мы очень по-разному смотрим на некоторые вопросы. Там он считал, что можно Библию переводить для сторонних синодальных перевода на наркотики. Потому что я ее знаю почти наизусть. Для меня
шевелить, это слово, это уже... Вы смотрели вот перевод Таленцев, который я совершил? Да, знаю. Безобразие. Везде столько вульгаризм, вот они. Так, подойдите. Да. И у нас еще по штрафу есть. Слова «Боже, нет, пусть». Это вышло в том издание, которое я бы Путину было отправлено. Сейчас я покажу. Это все как бы из документов, срез истории. Это вот я сижу с книгами, которые издал за 8 лет. Угу. О! Вот, ну это книги какие? Ничего. Так, сейчас я покажу здесь. Я арестованный. Это я с мэром города. Вот Глеб Ихунин, депутат был, нас водились вместе с ним. Это у него на дому так минутку, сейчас еще посмотрим. Это Зоя Крахмальникова, она отбывала в Горном Алтае, диссидентка, писательница. Это в университете, вот как раз ее занятие. Епископ, он домодедовский, патриарх Кирилла. Вот симфония, посмотрите. Вот издана. Симфония на шестья святых. Симфония на шестья святых. Это благословение епископа и Максима, московской патриархии. Два епископа благословения. Так, вот это социальная симфония на неканонические книги. Это нам на 5 лет посчастливо. Это самая высшая в мире симфония. На неканонические книги. Шрифтом все одинаково, как в Вернигородской. А вот это трехтомник, первый, второй, третий, в том, о чем я говорю. Полное толкование, смотрите, подарочное какие заклады. Вот посмотрите, мы сами раскрасили лучшие иллюстраторы Гюстава Доре. 2 года у нас ушло на это дело. Это тоже впервые такое вышло. Так. И хотели спросить, вы нам какую-то можете выписать там бумагу, там что-то. Перечислить вот трехтомник, симфонию. Хорошо. Потому что мы будем принимать его У нас в лагере главный логин. Россия должна ставить. И Россия там где. А я еще. Полное толкование по святым отцам. Это впервые за 2000 лет вышло. Западно-восточная церковь. Это никогда не было. Какой-то бланк какой-то ставит, что я подарок даю. Там все в текст проще. Ну, начинается, потому что людей посвящать надо. Там Маша есть. Да, ну, в интернет зайдете, там сотни страниц найдете. Сейчас вам паспорт дам. У меня когда 38 книг, там бланк перечисляется. Но тут я просто что? Уже выдохся. Книги? Такие-то, такие-то, такие-то. Это я сам вёшь перечислил. Сам набор делал здесь. За 8 лет я провел за компьютером больше 30 тысяч часов. Это фактически все из документов. Ну, Иван Тихонович, сейчас-то, я надеюсь, вам не чинят препятствий.
ни власти, ни светские, ни церковные, и все-таки есть. Сейчас что препятствует? Я одним словом отвечаю, ничего не делали. Говорят, ну вот не получается, просто не делали. То есть не оказывается. Мы взяли абсолютно за невыносимое в 91-м году, когда инфляция, все вверх ногами летело. Построена деревня, лагерь. Я вот вел занятия во всех отделах милиции, во всех воинских частях Алтайского края, в 5 университетах, десятка школ. Это все бесплатно. Я нигде ничего не получаю. Минимальная пенсия. Что еще доказывает? Понятно. Вот. Вот теперь посмотрите, сейчас я покажу. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот где это мы были. Город какой? Надо его сканировать сразу, и все. Вот. А это российская библиотека Ленина в Москве, где книги вот она стоит. Это вот церковь на Берсеневке, 200 метров от храма Христа Спасителя. Это вот мы проехали где? Красноярский край. Это вот подарок, мы посчитали, да, что я смотрю. Новый Завет, если мы православие еще тут не взяли. Так, это библиотека, смотри, какая тут плоховато вижу. Национальная библиотека. Вот здесь можно посчитать. Удмуртской республики. О, вы и туда-то брались? Да. Посмотри, это Самара. То есть, где мы подарили книги? Это вот так. Да вот по образцу можно сделать вот так вот. Угу. А может, сканер ездит, быстрее бы сделали. Игнатий Тихонович, давайте сфотографируемся. Давайте. Осенью мы все выставим в интернет. Давайте еще раз. А давайте читаем в зале на фоне портрета. Вы пока проведете, я вам все напишу. Да все можно сделать, надо только делать. Вот это, я тоже самое говорю. Сказал, говорит, отучили молиться, отучили трудиться. Александр Иванович, гениально просто. Пойдемте фотографироваться. Я недавно говорил проповедь в Москве. Возьмите, пожалуйста, чтобы не потерялось. Да, Игнатий Тихонович. На тему, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Конечно. Кремлян. Вот к этому надо стремиться. Серафим Саровский это выразил так. Стяжание Духа Святого. В этом все для человека. То есть сделать так, чтобы Дух Святой привлекал нас и других. Иначе смысла вообще нет. Ну нет смысла. Так я точно бумагу возьму. Сейчас, прям минутку только. Там уже просто надо будет сейчас. Так, Александр Иванович, я хочу. Так, у меня фуражка где-то оставлена. Посмотри. Вы пройдите, потом найдем. Фуражка-то у кого? А вы ее брали? На столе, наверное, там. Да, нашли, нашли. На фоне это библиотека державная имени Святого Христа. За царя, за распространение его послания меня судили первый раз. И поэтому для вас это история, а для меня это жизнь. Называлось это «Трагедия церкви» Регерсона. Все? Ну, а когда я насчитал «Жития святых» 12 томов, то кончилось 19 веком, а 20 век. И тогда я вышел на мучеников, и тут меня и захлопнули. Продолжение дальше. Уже я пошел туда дальше. Сам пошел по тюрьмам. А когда уже архипелагу Вахтеров скатили по всей стране, я ему на 10 лет раньше «Нового мира» издал, самый первый в России. Тогда меня уже рубили на пополнение. Понятно. Это вот такие книги у меня по 752 страницы. Это 30 томов открытым оком. Это мои проповеди в храмах разные. Угу. И вопрос-ответ. Здорово. Простите, сейчас я подойду. Все, с Богом.
в той комнате, где мы снимали снег. Снимал. Видишь, для них я говорю, это история, а для меня это жизнь. Я нащупал на столе, а его гибель для меня это гибель. Нет, у нас только близко, я пошел фотографироваться, я не могу сюда приходить. Потому что я с ними вместе восходил на эту камеру. Я когда считал, у меня такое воображение, расстреливают вместе с ними. Кого потеряли, кого избрали. На днях курсового только писали. Статья такая. Если бы большевики не победили в 17-м году, нас, россиян, было бы сегодня 600 миллионов. 450 миллионов за одну минуту. И голосы бы не было. Он достойный голосов. Ты обленились? Обленились, по-моему, сейчас я печать схожу в храм, который поставлю. Пять минут. А вот сюда, если вы придете православную, сразу на форуме будете. Одним щелчком. А на второй странице там аудио, посмотрите, звук и видео. Ну, посмотрим. С первой страницы там переход на него. Разрешите, вот, да, на первую страничку зайдите, верните на главную. Так, а теперь посмотрите звук и видео. Вот сейчас вторая откроется еще тут. Зайка. Так, маленько вот за это сейчас раскроется. Она, ну, просто задерживает. О, звук и видео толкните. О, что насчитано, теперь посмотрите. Святые отцы. Еще где-то, я не вижу жития святых. Найди теперь. Жития святых, вот 12. Это жития центральный святых. Столбик, вот. Где жития святых? А, вот. Жития святых. Идите вот сюда, 12 книг. О, это каждый файл. Я ее разбил 12 книг, выбрал первый век отдельно, дальше второй век, третий век, и получилась развернутая картина церкви. А теперь вот это вот открою. Так, подожди, нет, вот каталог. Вот. На каждое святого, какого числа и сколько страниц занимает книги. Итак, прокрутите маленько, посмотрите. Любого святого, ты еще даже не открывай, уже больше, четвертый век. Это из 12 книг Дмитрия Ростовского выбрано все. Это насчитано, чтобы знать, что ты хочешь слушать. Видите, какая здесь работа проделана. Но это несколько лет ушло. Этого тоже больше нигде нет. Теперь, если вернитесь опять назад, вот, еще разок назад, вот теперь посмотрите Златоуст. Творение Иоанна Златоуста. 12 томов. Все 12 томов насчитаны. Этого тоже нигде нет. Еще раз вернитесь назад. Теперь еще вернемся назад. И онлайн фильмы. Вот она, с которой фильм тут написан. Это аудиобиблия, вновь то повторно насчитанная после освобождения. Это, там вот Златоуст из Потеряевки. Он занял, ну сейчас не открыть его просто. Он долго открывается. Первое место он в России занял. А фильм «Предчувствие», он может даже еще опять пропустить, как они же глянут. Так, минутку. А звук и видео опять туда зайти. Вот так вот. А вот теперь справа посмотрите. Причувствие, он занял первое место на международном киноконкурсе среди документальных фильмов о православии. Вот послание патриарха Тихона, меня за это первый раз арестовали, и за рассчитывание о гибели царской семьи. Тут наша беседа с Александром Менем должна быть. Вообще. Это одна из наших прихожан на ГТРК, как она пришла в голову. Это интервью со мной брали, это интервью, потому что первое место заняла среди ГТРК.
о биографии. Как у нас быстро все открылось. А вот звук и видео, если еще раз открыть, то там будет пятому добротолюбие, Григорий Дьяченко, там, Бриченинову. Это все в аудио. Посмотрите еще. Ну, посмотрим. А потом будете переходить, только вас откроете сразу на форуме. Там можно принять участие. 1300 тем. Там. И Андрея Кураева, выступление Дмитрия Смирнова, патриарха Кирилла, по тематике разложено. Там много наших занятий, я в пяти университетах вел занятия, выступления, три радиопрограммы вел. Вот, пожалуйста, Геннадий Тихонович, письмо, печать. Вот здесь все наши данные. Так, уже открыли наш сайт. Да? Да, увидели, Златоуст насчитанный, жития святых. И когда царь я насчитывал в то время, то я еще не знал, какие будут последствия. Мне пришлось идти тем путем, которым он шел. Потому что власть этого не терпела, когда открывали. И послание патриарха Тихона было тогда, в правительстве в 18 году. Я его тоже опубликовал. Батюшка Милой, великий. Как не существует? Сейчас она существует. Ну, еще какой-нибудь. Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович. А почему? Мы хотим вам тоже подарить. Вот здесь в Патриаршем подворье находится издательство. И мы издаем, вот издали акафист Святым Царственным Страстотерпцем на... Видите, на церковно-славянском. Что это означает, что отсутствие страницы? Это мертвая ссылка была. А? Это с другой стороны вошли вы, не с того входа. С основного надо выходить. Фотографии даже открыты. На церковно-славянском языке и вот иконы царской семьи. Здесь житие святой царской семьи. Сколько людей вложено здесь вот. Все? Молебное пение с акафистом. И вот эта книга «Мифы и правда о российском императоре Николае II», автор Петр Валентинович Мультатули, может быть, вы знаете, он правнук повара Харитонова, убитого вместе с царской семьей. Он историк, юрист и вот... У меня тех материалов не было, поэтому я их не насчитал, просто не было в то время. Ну вот почитайте, это интересно. Спасибо, Христос. Вот. Вы что, хотите подарить нам? Да, это вам. Спасибо, Христос, очень благодарна. Так, мы уезжаем. Это мой брат, протоиерей. Это мы деревню сюда строим. Ну, как видите, эти снимки. Это пустырь был, ничего не было. Батюшка у посвященника. Он на 5 лет моложе меня. Это Игорь, на твоей свадьбе, батюшка. Сейчас. Это фотовыставка была, она два раза по Америке проехала. Хорошо. Батюшка. О, вот это вот взято брошюрка вышла, когда объединительная комиссия работала на зарубежной церкви где-то. Он сейчас не был. Батюшка овечек держит, а овечка объягнет, звуки не принесла. Вот, прокоси еще разок. Это я стою тут. Это батюшка в США был. Православие – это единственная основа, но еще можно строить. У нас тоже создается сайт, но пока нам разрешили пользоваться издательской страницей на портале образования Урала. Тарас пробует крест батюшки. Педагогов. На выбор. Ну и не только для родителей, для учащихся, то есть там много очень информации. И вот идет курс «Основы религиозной культуры сельской этики». И вот в рамках этого курса мы разместили уже на
Полное погружение. Вот о деятельности центра, естественно, православной церкви, о тех событиях. А крещение не открывается. Все, что можно накажить на юстицию, можно. Персона. То есть, чтобы для педагогов самое главное. Какой у вас хороший? Стихи не общаются. О, Кирилл Сахаров, это на Берсеневке, 10, я сейчас у него только был, в храме, в проповеди говорил, 10 метров от храма Христа Спасителя. Это я перед поездкой в Америку у них был. А вы говорите, попробуйте, что вы говорите? Это вот книги я издавал, это иеромонах. Нет, мне информацию. На пресс-конференции. Нет, это презентация книг была. Это начальник радиостанции Рокоссовского был приговорен к расстрелу. Теперь родственник умер уже. Пока я занималась. В городе мы раздавали. Как библиотека. И нам показали этот портал. Я говорю, можем там работать? В домах инвалидов ходили. Это жизнь православных, она такая полная. Это девочка, видите как? Подходит сознательно, не просто толкнули ее. А это архимандрит, полно за того все. Это совершенно у нас информация. Это можно и скачать вот эти. То есть он не создал. Вообще, ну, в случае, по подписке целите. По-моему, по темам разбито. Мазал, как даем. Ну, его тоже нет живого. Да, несколько, он дал 6. Опять его друзья, у нас как и скачаются. Мы заезжали в лапу. К чему призывает патриарх Кирилл, чтобы вышли на распутье? Духовное состояние церкви, тире духовное развалины, его слова. Вот как раз Игорь снимает, вот он стоит рядом. Это в университете была презентация книги, это мои книги. 38 книг вышло. Хороший у вас какой. Находимся в городе Екатеринбурге, возле храма на Крови. Вон они Где ее не курят? Вся наша история здесь. А где не курите? Все, считается, и история получить. Наша везде. Наша история везде, а не здесь. Здесь самый позор. Все!
злодейство, невиданное и неслыханное сотворил человек. И другого ожидать не приходилось, потому что к Богу людей не вели, люди Бога не знали. Все в этом, вся наша будущая жизнь. Байкал, вернулись, загрузили, сейчас там путем возвращаемся. Мы понимаем, что без посвящения ничего не было. И мы прошли 56 сел, каждый дом занося Евангелие. Мы делаем то, к чему сегодня патриарх Кирилл постоянно побуждает. Надо выйти на распутье того, менять абсолютно все, реформатировать это сознание народа. Если мы не поняли, этот Андрей Курайбер, через 50 лет будет московский халифат, московский патриарх. Потеряно все. Сектанты весь уже восток, все север, все полностью. У нас их много. И поэтому мы идем уже повыше на земле. Ну, Бог показывает результаты. Даже не думаю. Я случайно недавно то есть про библиотеку. Я же здоров, но неужели тут что-то есть? Да, есть. Это вас Господь побудил. Да, знаете, я библиотеку ставлю выше администрации. Меня пригласили работать, я не создатель. Вот ребята открыли, теперь там вы найдете, мейл.ру зайдете, если нам хорошо. А осенью вы водите меня, я все время рассылаю стихи. Моих стихов тут 3400. Это мои стихов, там 8 заложено на музыку. Каждое стихотворение 9 куплетов. Все они это библейские сюжеты, привязки к сегодняшнему дню. Каждому человеку. Поеду, помогаю вам Господь. Спасибо, Христос. Ангелы, хранители в пути. С Богом. До свидания. До свидания. Идите сюда, Елена. Давайте сфотографируем. Давай. Давай. На мою сторону. Нет, что я стою в этом? Володя, отдай. С Богом. Здесь оставлю.
что, наверное, все посильнее, да? Собачку тут нельзя выделить. А? Ну, туда он поставит. Ну, тут мастит. А что ты, ну пойдем на площадку поставь. Записал, да, синяки побудет машина. Закрывайте нормально. Да-да. Мы сейчас глянем на яме еще туда. А ты сказал, что мы здесь будем. Мы ждем, что на 26. Я тут не могу сказать, что это будет.